Здравствуйте. Сейчас я расскажу о том, как можно просто под Windows 7 добавить себе дополнительный язык, чтобы набирать на санскрите. Вот. Для этого нам нужно установить раскладку Devanagari. В обычную языковую панель, и как обычно мы переключаемся между русским и английским языком, сюда мы добавим еще один язык, санскрит. Для этого нам нужно зайти в панель управления, перейти в группу часы «Язык и регион», «Язык и региональные стандарты», и на вкладке «Языки и клавиатура» нажать «Изменить клавиатуру». Здесь мы добавляем еще один язык. Санскрит «Индия». Клавиатуру «Devanagari Inscript». Окей, применяем. И вот уже сейчас на нашем компьютере установлено не как обычно два языка, а три. Что мы сейчас и проверим. Ну, для примера создадим новый документ в Word'е. И переключаем язык. Санскрит, и для примера что-нибудь наберем. Ну, допустим, слово приветствия намасте. Намасте.